округе активно продолжается работа по президентской программе газификации частных домовладений в сельских населенных пунктах. Одинцовские депутаты-единороссы продолжают контролировать исполнение заявок граждан на социальную газификацию. В этот раз проверку провели в деревне Осоргино. Здесь необходимо отработать 18 заявок, провести газ до границ участка. Также был заключен и один комплексный договор на подведение газовых труб до дома. При этом большинство заявок уже выполнено. Все работы ведутся по графику.